Добрый день, друзья! С вами на связи Липецкий филиал. И сегодня я расскажу вам, как можно управлять своей урожайностью и не зависеть от погоды. Будет очень интересно. Смотрите нас до конца. Как вы уже догадались, речь идет о системе полива дождевальными машинами. Этот масштабный проект мы реализовали в этом году. И как вы видите, все удачно работает. Идет полив сои. И сегодня мы покажем процесс полива на примере одного поля на 200 гектар. Здесь работают две катушки с двумя консолями. На другом поле в 300 гектар идет полив свеклы. И работают три катушки с тремя консолями. Сегодня я не буду перечислять вам все достоинства дождевальных машин этого производителя. Мы сами разрабатываем проект и подбираем оборудование конкретно под ваше поле. Для полива используется пруд, который находится в 700 метрах от поля. Были подобраны испанские трубы Раеса. Это больше 3 километров быстросъемных алюминиевых труб. Вес одной трубы примерно 12 килограмм. Ее легко можно поднять и переместить один человек. Срок службы таких труб при правильной эксплуатации до 20 лет. Данные дождевальные машины уже есть более чем 100 хозяйствах по всей России. И все отзывы вы можете посмотреть на нашем канале. Как подбирались катушки? Под свеклу и сою здесь два поля с максимальной длиной гона 900 и 1500 метров. На первом поле полив будет по меньшей стороне, на втором поле полив будет с двух сторон. Катушки разматываются с двух сторон поля до середины. Чтобы закрыть полив таких площадей, нужно 5 дождевальных машин. Насосная станция должна обеспечить работу и необходимое для работы давление. Поэтому был подобран достаточно мощный вариант на 346 лошадиных сил. Почему лучше остановиться на дождевальных машинах? Именно метод дождевания полностью имитирует и заменяет природный полив. Мобильность. Есть необходимость полива – выкатили катушку, поливаете. Нет необходимости – катушка стоит на складе. Это равномерный полив по всей протяженности поля. Это экономия воды за счет настройки скорости сматывания, высоты, нормы и времени полива. Это снижение потери влаги при испарениях за счет увеличения влажности почвы, слоя приземистого воздуха и снижения их температуры. Это увеличение урожайности не только за счет достижения нужной влажности почвы, но и за счет очистки листьев растений от пыли и грязи. Так растения лучше дышат и поглощают углекислый газ, а значит и лучше развиваются. Если интересно такое решение именно для вашего поля, переходите по ссылке в описании. И наши эксперты в области орошения свяжутся с вами и помогут подобрать оборудование и спроектировать проект. Также не забывайте ставить лайк, если понравилось наше видео, и подписываться на наши каналы в YouTube и Instagram. Для этого нажимайте на колокольчик, для того, чтобы первым получать уведомления о новых видеороликах. На этом у нас все. До новых встреч!